Привет, друзья, с вами Кик. Вчера попался на спам. Да. Так и есть. Этот PDF-файл, в котором от Swift, в котором говорится про R3 Corda Network и использование XRP, этот файл сфальсифицирован. Но, как я уже написал, это не имеет значения, поскольку дело всего лишь времени. В этом PDF это будет или в следующем. То, что важно, что вчера я посмотрел видео, где Джеймс Карлейл из R3. Ему спрашивают, хорошо, что это за технология, оно заменит Swift или же как-то будет работать со Swift. И он отвечает, что вариантов нету, то есть Swift должен интегрировать, абсолютно должен работать с TLT и с этими новыми технологиями, потому что единственная технология, которая обеспечивает in-out ассетов, это DLT и Interledger, плюс программное обеспечение от Corda Network для корпоративного сектора. Конечно же, Swift не удастся ни сотрудничать, ни интегрировать эти технологии от этих компаний. Hello, you mentioned Swift. And do you see a world where your technology will integrate with Swift or replace Swift or what? How does that work? Because that seems to be the heart of, that's how banks transact with each other at the moment. Right, thank you for the question. So I see a world where absolutely distributed ledgers will need to integrate with existing frameworks and processes and networks like Swift. And one of the things we're looking at in particular is, for example, how we move assets onto a distributed ledger. For example, originating with, if you like, a real-world payment, how we move assets off the distributed ledger back into the real world, for example, by instructing a Swift MT-101 or 103 or something. So absolutely, interoperability with those existing networks is going to be key. И это мы слышим от уст Джеймс Карлейл из R3. То есть это не какая-то маленькая компания, которая что-то хочет поднять шума вокруг своего продукта или проекта, да? Так что неважно, документ сфальсифицирован или нет, это всего лишь дело времени, поскольку уникальность технологии и нужда его применения лежит во всех слоях. И на Fed, и на Swift, и ниже. Увидимся.